В Чебоксарском многофункциональном центре уже выданы первые паспорта. До этого там ввели только прием заявлений, но с 1 февраля МФЦ начали и выдавать готовые документы. Осуществляется прием документов по достижении 20-летнего возраста, 45-летнего возраста, с изменением установочных данных, фамилии, имени, отчества. Однако тому, кто оформляет документ впервые, либо взамен утраченного, все-таки необходимо обратиться непосредственно в подразделение МВД по вопросам миграции. Пока оформленные документы можно получить только в одном многофункциональном центре республики, но в ближайшее время такая услуга появится во всех районах. Оформленные паспорта выдаются уже с проставленными отметками о регистрации, семейном положении и сведениях о детях.